Всем привет! Рады представить очередной обзор. Сегодня у нас вот такой вот чехольчик от фирмы East Shark. Длина заявленная компания 1,95 м. Сейчас мы его развернем. А, моделька, да, моделька вот она такая. TWCZ1190. Ну, вообще, если честно, это указывает 1,90 м. Вот. Посмотрим, значит, он сделан под одно удилище. С катушкой. От кармового удилища предполагает данный чехольчик. Плотный материал, цвет темно-зеленый. Два замочка вот такие вот. В принципе, замочки простенький вариант. Сделано, так, поскольку внутри сделан вот такой вот мягкий материал здесь есть, чтобы удилищу было комфортно. Да, ну, логотипчик компании, естественно, все цивильно. Вот логотипчик. Ну, в принципе, большое отделение для катушки. Из недочетов, как бы, ну, что вот это вот пластиковое, ну, в принципе, экономия. Экономика должна быть экономной. Вот, пластмассовое соединение. Хотя, с другой стороны, удилище оно не весит. Тут такой вот карабинчик еще для чего-то сделан. Непонятно для чего. Ну, может, ключи носить. Там, такие не потеряются на таком точно. Так, значит, что? Мы его будем сейчас мерить. Правильно, вот так мерить. Сколько реально его... Значит, что у нас получается? 1,86 м. 1,86 м. Ни больше, ни меньше. Так, для интереса возьмем Hunter 3,90 м. И померяем, сколько же составляет в сложенном виде его. Так, посмотрим длину Hunter. Длина Хантера составляет 2 м и 1 см в сложенном виде. Ну, 1 см берем плюс-минус. Погрешность наша. Молния, хочу отметить, открывается до конца. Замок молнии. Вот. То есть вот... Мы поставили с катушкой. Смотрим сейчас, как она с катушкой станет, не станет. Так. Катушка у нас Кронос 9000. Опа! Что мы видим? Что-то не помещается в этот чехол удилища Hunter, которое длиной у нас 3,90, 13 футов. Не помещается оно. Насколько не помещается, сейчас скажем. Не помещается оно на 17 сантиметров. Примерно на 17 сантиметров. Так, теперь возьмем удилище Hunter длиной 3,60. Так, взяли мы Hunter 3,60. Видно уже сразу, что в аккурат становится данный чехол. Вот, сейчас мы будем его паковать. С катушкой 9000 Кронос. Катушка большая, поэтому очень хороший пример показать, как катушка будет упаковываться в данный чехол. Как она у него помещается. В принципе, помещается свободно. Вот если двумя руками его паковал, то очень быстро. Вот. Вот такой вот чехольчик.